квиз. Игра, которая требует от участников эрудиции, смекалки и творчества. Отважились побороться за право называться самыми креативными в этот вечер три команды. Это уже третий по счету отборочный тур. Всего 4 тура и порядка 10 команд-участников. Конкурсные задания были самыми разными. Это и вопросы из разных областей знаний, проверка знаний советских фильмов, творческий конкурс для капитанов. Некоторые вопросы были очень сложные, некоторые вопросы были легкие, на которые мы быстро-быстро находили ответ. Некоторые вопросы были с подковыркой, скажем так, и приходилось... На некоторые вопросы мы не знали ответа вообще. Дружественная атмосфера азарта – главный залог командных соревнований. На протяжении всей игры участники команды ТЭЦ концентрированно и быстро выполняли все задания, что позволило набрать им максимальное количество баллов и пройти в полуфинал безоговорочно. Ну, для нас самым сложным был, конечно, крокодил. То есть, как показал опыт, в пантомиме я не очень сильна. Вот, очень нервно было, я до сих пор очень нервничаю. Не знаю почему, сердце очень сильно бьется. Самый легкий для вас какой конкурс? Самый легкий? Наверное, с узнаванием лиц знаменитостей в детстве. Это было очень легко. Борьба не на шутку разгорелась между командой Пятого канала и командой «Фурор». Набрав равное количество баллов, 46, участники поспорили за выход в полуфинал в серии дополнительных конкурсов. Команды шли вровень. Мы придумали на ходу дополнительные конкурсы, потому что еще буквально час команды сражались за выход в полуфинал. И все-таки мы выявили победителя. Все ушли довольны. В результате упорной борьбы Пятый канал вырвал победу у «Фурора» и прошел в полуфинал. Ресторан «Канна» продолжает регистрацию. У вас еще один шанс стать участником. Последняя отборочная игра состоится уже в это воскресенье. Мария Гримбаум, Александр Минеев, телекомпания «Канн», Пятый канал.